Читаю 113-й псалом. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад, горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи, земля, пред лицом Бога Яковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!